Ребята, здесь Audi Q5, но не обычная. Здесь не 2 литра, а 3 литра V6 мотор. И из-за этого она звучит по-другому. Посмотрите сейчас, наденьте наушники и послушайте. Здесь мы дорабатывали выхлопную систему следующим образом. Удалили резонатор и подвели к этому диффузору, к этому обвесу и насадкам. Собственно, 4 трубы для того, чтобы дымило из 4 все время. И это просто пушка, гонка, бомба. SQ5, конечно, она и выглядит очень сочно. И сделали мы ее очень классно. Вживую просто мурашки, когда вот машина отъезжает, прям очень классно. Причем она довольно быстро, резво выезжает из сотки в стоке 4,9. Слов нет, одни эмоции. Владелец тоже очень улыбается, сейчас стоит. А мы рекомендуем, если вы хотите доработать и сделать, получать эти эмоции, это яркое удовольствие от вождения, от нажатия на газ, обращайтесь, мы расскажем как, потому что мы знаем это и уже с 2017 года делаем такие вещи.